Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 26 октября. Заколдованная дата, несущая удачу. Что необходимо сделать в этот день? 26 октября. Важная дата для всех, кто мечтает воспользоваться расположением фортуны и привлечь к себе удачу. Насколько благоприятная дата и что нужно делать в этот день, я вам сегодня расскажу. 26 октября все еще наблюдается влияние растущей Луны. Это удачная дата, потому что фаза все еще наполняет вас большими запасами энергии. По этой причине увеличивается желание взяться за что-то новое, создавать, двигаться вперед, опережать, конкурировать и выходить на совершенно новый уровень. Добавим и тот факт, что день подчиняется знаку зодиака Рыбы. На первый план выходит не логика и разум, а наши фантазии. Советую довериться своим мечтам и грезам, потому что сегодня можно воплотить их в реальность. Важно не забывать, что удача и так уже на вашей стороне, а значит, нужно лишь воспользоваться ее влиянием. 26 октября – невероятно благоприятный день для творчества, новых отношений, поисков себя и смены профессии. Легко продвигаются любые начинания, главное, чтобы от всего получали удовольствие и следовали за зовом внутреннего голоса. Сможете продвинуться на профессиональном поприще, если займетесь реализацией запланированных дел. 26 октября – кармическая дата. В кармическом календаре 26 октября кажется весьма приятной и располагающей к себе датой. В этот день люди стремятся к продуктивному труду и максимальной самоотдаче. По сути, сегодняшняя дата позволяет кардинально изменить жизнь в лучшую сторону и реализовать заветные мечты. Но этого достигнут лишь те смельчаки, что не побоятся выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новом направлении. 26 октября – мощный день в духовном плане. Человек учится контролировать себя, управлять лучшими и худшими сторонами, обретая заветный баланс. У вас есть все шансы контролировать судьбу и стать хозяином своей жизни, добившись определенного уровня просветления. Что нужно сделать в этот день? 26 октября удачными окажутся любые начинания, старты и запуски. Если давно мечтали создать свой собственный бизнес или возглавить какое-то дело, то смело выходите вперед. Экспериментируйте. Новизна приветствуется, поэтому пришло время выбраться за рамки обыденного поведения. Работа над собой. Мудро, если решите посвятить этот день работе над собой. Сегодня вы достаточно внимательны и критичны, чтобы подметить недостатки, а также наделены огромной силой воли, позволяющей их устранить. И также в этот день вы можете изменить свою жизнь, свою судьбу. Вам всего лишь навсего достаточно будет утром, когда вы проснетесь, сказать такие слова. Я открыта для чудес и привлекаю удачу. Фортуна всегда сопровождает меня, и я увижу свое счастье. Вот эти слова вы должны проговорить 3 раза утром, сразу после пробуждения, как вы проснетесь. И таким образом вы будете наполнять себя позитивной энергией, что позволит вам изменить свою жизнь к лучшему.